Это первое место, чтобы корону достать. Это блин, тогда. На вторую серию. И всем здравствуйте, как прости, вы на канале Pusri Channel. И сегодня будем играть игру под названием Stumble Guys. Да, это такая игра, пародия на Fall Guys. Не точно все знают про эту игру, но как я нажму play, тогда вы поймете, что там дело. Тут можно типа скины, колер, тело своего. Но мне нравится вот такой. Да, вот такой. Ну давайте нажмем play. И тут еще есть какой-то партии. Кнопка, не знаю, что за такая кнопка, зачем она. Может друзей типа пригласить. Окей, набирается 32 игроков. Но в оригинальном Fall Guys надо 100 игроков, чтобы набралось. Так, тут выбирает карту. И мы должны карту проходить. Ну, задача тебе достать корону. А, тут 3 либо 4 раунда. О, видишь? Может пройти только 16 игроков. Так, тут батуты. Я, если что, только две катки играл, чтобы понять, как и играть примерно. Не, не сбил. Я еще плюс упал. Блин, я заспавнился тут. Мы ждем. Опа. Ну вы издеваетесь. Это бесит, бесит, блин. Это так. Окей, я сделал вот тут. А то я тут на экстремал решил проходить. Тут надо прыгать. Я не вовремя прыгнул. Если что, в реальной жизни тоже такая есть. Палка, которая крутится, и надо прыгать. Опа. Все, я на финише уже. Я прошел так. И можем смотреть за игрока. Чтобы за другого смотреть игрока, надо нажать просто вот тут, где на человечка. Так, этот он упал. Он проиграл этот шериф. Так, осталось 16 игроков. Это был первый раунд. Сейчас будет второй раунд. Так, на какую следующую карту? А прикинь, если будет то же самое, карта выпадет. А, нет, другая. Молотки, ускорители и попрыгунчики и эти штуки летающие. Это второй раунд, в котором только сможет 8 игроков пройти. Кто вы серьезно? Немного. О. А что, я самый первый иду вперед. Да. Нет! А я обманул систему, я тут пошел. Во, вот эти летающие штуки, я говорю про эти. Не надо меня выкидывать! Тут есть только первое место, чтобы корону достать. Да блин, дайте мне. Ну, конечно, не про коронавирус я говорю, а просто корона, за которую можно что-то покупать. Так, я второе место. Что тут? Не знаю. Так, как поменять? Алло! А, надо на race to finish нажать. Я понял, я такой думаю. Надо... Я думаю, что надо на человечка нажимать. Так, 5 игроков прошло, надо, чтобы прошло 8. Вот этот эльф точно прошел, наверное. А вот полицейский был ФК, а теперь нет. О, все. Так, у нас осталось 8 игроков. Мой никнейм есть еще Pusri Channel всегда. Ну, в Brawl Stars, конечно, Robzy Game. Так. Тут у нас... Ой, леди... Не, я ненавижу эту карту. Что тут скользко. Вот если было бы
Если был бы Тантаран, то у меня было бы больше шансов победить. Потому что в Тантаран я профессионал. Нет, этот полицейский идет вперед! А вот Пусричанов пацан должен добраться. Нет, он реально прошел вот этот самый тяжелый момент. Вот это самый тяжелый момент. И я проиграл, конечно. Как раз вот этот полицейский победил, который был АФК. А теперь нет. Мне очень нравится эта игра. Вторая катка. Go. Waiting for player. Окей. Надеюсь, в этот раз будет этот мой любимый режим Тантара. Ту-ту-ту. Игрушка. А еще так можно делать. Loading. Next up. Выбирают карты и вот такой вы... А! А, там... Да с батутами и с этими штуками. Понятно. Опять та же самая карта попалась. Пин. Тут какой-то... Не-не-не-не. Окей, хотя бы так пройду. Не-не-не-не. Опа. Сейчас. Я самый первый. Не, я не самый первый буду на финише. Потому что я, ну, типа, очень ускорился. Куда-то спешу. Я четвертый человек, который прибежал. Да, ну это изи, этот карта. Если два раза поиграть в эту карту, ну я два раза поиграл, и я тут уже на изи прохожу. Так, другого. Так, это прошу. Один игрок еще. Так, прошло 16 игроков, а я, конечно, остался. Да. Не знаю, что в этом первом серии. Ну, типа, достанем корону. Да. Если вам понравится этот ролик, то тогда сниму вторую серию. А как понять, что вам понравилось, то просто поставьте лайк. Да. Так, а мы идем. Тут такая крутая музычка. Да. Прикольненькая. Как раз и Fall Guys тоже был. Вроде как, да. Что я играл один, нет, два раза играл Fall Guys когда-то, не помню, очень давно. Да блин, нет, ну что? Мне это бесит, мне это не нравится. Мне это не нравится, что... Это теперь можно? Не, ну, не. Я думаю, мне уже повезло. Кто такой? Нет, говорит игра. Да пацану, этому повезло. Ну не издевайте, я этот момент не могу пройти. Уже почти все прошли этот момент. Фух, я прошел. Ну все, я проиграл. Не сдаваться надо. А нет, я могу победить. Я на победе. Да. Этот пацан не успел. Ох, это было мне сложно. Ну, где эти молотки? Ну, вы поняли, про какие молотки я говорю. Так, какая карта? О, это что-то новенькое. Какая-то совсем другая карта. Over and under. Прикиньте, disconnect. Ну окей, третья катка, последняя. Блин. А почему был дисконнект? У меня ведь с интернетом все хорошо. Я ведь смотрел. Игра багованная. Все понятно. Блин, а я мог бы пройти, наверное.
Все, набралось игроков. Игроки так быстро. Ну, окей. Так. И... Вот так, какие-то пушки, но... И первый раз такой вижу карту. Так, как обычно, 16 игроков. Как я уже понял, что тут максимально 3 раунда бывает. Ай, больно. А, тут еще боулинг! Нет, боулинг не надо. Кстати, я очень был давно в боулинге. Потому что карантин. Да. Тут как пройти? Тут, блин, вот что происходит. А вот как надо было пройти. Ну тут еще эти боулинги. Мячики до боулинга. Нет! Я хочу! Окей. Сейчас будем играть катку. Да. Четвертую катку сейчас будем. Ну что, я умер. Да. Если сейчас опять умру, тогда уже будем заканчивать видосик. Либо победю, тогда закончу. Закончим, да. У меня, кстати, сейчас падает снег. Напишите комментарии, у кого есть снег. У меня есть. Только одно, но мало его. Да. Так. Кстати, кто не знает, у меня есть второй YouTube-канал. Называется Pussy Channel Live. Ссылка в описании. Да. На мой второй канал. Кто хочет посмотреть. А мы будем продолжать играть. А, эти кубики. Так, надо вот теперь. Можно прыгать! Блин! Еще чё? Нет! Ну за что? А можно мне крутиться? Блин, это... Вот этот момент, как можно пройти? Я прошёл. О, нет. О, вот я понял. У-ху-ху. Как теперь тут быть? Давай, поднимайся. Ну, тут надо вот так делать. Ну давайте. Все, я четвертый игрок, который до финиша добрался. Так, смотрим с другими игроками. Видно, все игроки много играли в эту игру, потому что у них такие скины, а у меня обычный скин. Наблюдаем за всеми. Вот там был кубик, и тут эта штуковина. Давай! Это филинг. Что-то тупее. О, все! 16 игроков набралось. Я, конечно, прохожу в другой раунд. Так, что будет во втором раунде? А! Мы эту карту уже проходили. В первом раунде, либо втором. Не помню уже точно. Так. Да блин. Да вы издеваетесь! Меня тут оправили. Зачем туда? Я хочу в первой серии корону достать. Ну не коронавирус, а именно такая корона. Если вы играли оригинальный Fall Guys, то вы поймете, про какую корону я говорю. Да блин! Ну это несправедливо. А может было так? А что это тут? Не знаю! Это тупил. Блин, три игроков. Почти!
За что? За что, Вселенная, ты так со мной? Спасибо, Вселенная. Я 8-е место. Простите, игроки, которые были рядом с Финиш. Так, пожалуйста, тентеран. Нет! Я эту карту больше всего ненавижу. Тут еще плюс надо, чтобы один игрок прошел. Я пока что иду впереди. Вот там будет сейчас тяжело. Тут еще надо прыгнуть. Я вообще ненавижу вот что-нибудь такое. Я могу пройти эту карту. Все, я достану корону, я победил. О, я про эту корону говорил. Тут, я победил, пусть речами увин. Лейм, спасибо. Так, вот такая получилась первая серия. Если вам понравилось, то, конечно, на вторую серию. Но мне понравилось, конечно. Ну, слушай, будем прощаться. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, потому что, конечно, я стараюсь вставить много-много лайков, чтобы я понимал, что вам нравится этот видосик, чтобы у меня было больше настроения снимать видосики, как сейчас. И, конечно, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои прикольные, необычные видосики и стримы, конечно, тоже. Но стримы редко. И пишите комментарии, мне будет очень интересно почитать. И всем пока-пока! Пока-пока! Пока всем! Люблю вас, подпишите! Пока! У-ху!